Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня 5 февраля, и я хочу поздравить вас с началом нового сезона 2022 года. Сейчас я нахожусь в магазине Leroy Merlin, Москва, Мытища, и хочу показать вам, какой ассортимент роз в коробках на данный момент есть в этом магазине. К сожалению, я не знаю всех производителей, которые представлены в магазине. Знаю только агрофирму «Поиск». У этой фирмы я брала самые разные растения на протяжении последних нескольких лет. Брала и розы в коробках. Скажу сразу, что одна розочка не прижилась. Возможно, это моя вина, потому что это был мой первый опыт покупки роз из коробки. Все остальные розочки прижились и процвели по сорту. И от других розоводов я также слышала, что розы агрофирмы «Поиск» вполне себе можно брать. У них, конечно, встречается пересорт, но все же не так часто, как у других производителей. Что же касается других производителей, ничего сказать не могу. Сама не пробовала и каких-то хороших отзывов не слышала, поэтому рекомендовать пока не могу. Тем не менее, я покажу все розы всех производителей, которые я нашла на данный момент в магазине. Конечно, хотелось бы заказывать розы в наших хороших проверенных питомниках, а не покупать их в магазине. Но сейчас сложился такой ажиотаж, что далеко не все смогли на эту весну заказать полюбившиеся сорта. Вот эта розочка Climbing Rubra от агрофирмы «Поиск». Вот в таких коробочках я покупала свои розы. Если выбираете розу магазина, всегда проверяйте, чтобы на самом саженце было то же самое написано, что и на коробке. Розочка вполне себе хорошая, только начала прорастать, достаточно крепкий саженец. Следующая розочка у нас это роза Эмильен Гио, также от агрофирмы «Поиск». Давайте достанем ее и посмотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас вот такой вот саженец. Что написано на самом саженце? А написано, что это плетистая роза эльф. К сожалению, кто-то, видимо, перепутал. Вот если покупатель не посмотрит, будет им очень неприятный сюрприз дома. Всегда обращайте на это внимание. Также от «Поиска» у нас представлен Climbing Iceberg, роза парковая Рейн Лючия. Сейчас покажу вам саженец. Проверяем соответствие розы Рейн Лючии. Вот она начала уже прорастать. Такую розу, конечно, лучше посадить в горшок, а не хранить в холодильнике, во всяком случае, недолгое время. Дальше идут другие производители, я таких не знаю. Чайно-гибридная роза Red Naomi. И чайно-гибридная роза Фокус Покус. Сейчас покажу, вернусь, сколько они стоят, эти розы этого производителя. Роза плетистая White Sunrise. А вот это очень интересный вариант от агрофирмы «Поиск». Вот такой вот мешочек упакована, многосортовая роза. Сейчас я вам покажу бирочку. Если хотите все подробно прочитать, остановите видео, я надеюсь, все вам будет видно. Здесь привито два сорта, Climbing Iceberg и Climbing CC. Упакован вот такой вот мешочек. И сейчас я покажу вам, сколько стоит. У производителя «Мой сад» также представлен Clematis Baltic, вот по такой цене. И роза Джон Франклин. Вот посмотрите, саженцы этой розы уже прилично так проросли. Вот столько они стоят. Розочка Black Baccarat и Red Naomi. Тоже производителя, которого я не знаю. Здесь у нас роза Double Delight. Чайно-гибридная от агрофирмы «Поиск».
Достаем саженец. Вот такой вот саженец у нас. Вполне себе хороший. Совсем еще даже не начал прорастать. Совпадает надпись на самом саженце. Следующая розочка – это Cordus Jubilei. Сейчас тоже достанем, посмотрим качество саженца. Цену, я думаю, вы видите. Вот чайно-гибридная. Также от агрофирмы «Поиск». Надпись совпадает. Саженец вот такой вот крепыш. Сразу видно, что это мощная чайно-гибридная роза. Следующая розочка почвопокровная, Yellow Fairy, также от агрофирмы «Поиск». Сейчас посмотрим, как она выглядит в коробочке. Вот такой вот саженец, надпись совпадает. Побеги у нее тоненькие. Сейчас посмотрим другой саженец. Да, вот также это агрофирма «Поиск». На коробочке написано. Другой саженец. Тоже небольшие у него веточки, но, видимо, это особенность почвопокровных роз. Следующая роза – очень известный сорт Вестерленд. У нас его выращивают как шраб. Южнее он растет как плетистый сорт, также от агрофирмы «Поиск». Надпись совпадает. И вот такой вот вполне себе крепенький саженец. Почечки только проклюнулись. Роза Флорибунда New Imagine от агрофирмы «Поиск». Вот такая вот яркая, веселая роза. Достанем саженец. Название совпадает. Саженец вполне себе хороший. Далее идут розочки по 158 рублей. Императрица Фарах. Роза Казино. Этот производитель мне неизвестен. Также у него роза Аква. Чайно-гибридная. Ну вот саженцы какие-то вот такие. Комментировать я это не буду, достану, посмотрите сами. На пакете, к сожалению, тоже ничего не написано, то есть проверить, то ли у нас в пакете то же самое, что и на коробке, невозможно. Роза Аспирин также есть в ассортименте. Далее идет ряд розочек Big Purple, также этого производителя по 158 рублей. И розы Focus Pocus. Сейчас я выну, посмотрим саженец. К сожалению, на пакете так ничего и не написано нигде, и сам саженец выглядит вот так вот. Я не могу сказать, пойдет в рост эта розочка или нет. На следующем стеллаже у нас чайно-гибридные розы в ассортименте. Роза чайно-гибридный ангажемент. Она уже очень прилично проросла. Но это ничего страшного, просто не надо ее хранить, ее надо высадить в горшок. Также роза чайно-гибридная Лила Вандер. Сейчас мы достанем саженец, посмотрим ее получше. Розочка только начала прорастать. Саженец вполне себе хороший. Надпись совпадает. Далее роза Флорибунда в ассортименте. От агрофирмы «Поиск» это Лавоглют. Саженец вот такого вот качества. Надпись совпадает. Саженец еще прорастать не начал. Такой вот колючий. Далее у нас идут розы от агрофирмы «Поиск» в желтых упаковках. Они стоят в два раза дешевле, 188 рублей. Вот это вот роза «Эльф».
Сейчас посмотрим качество саженца у плетистой розы эльф. Надпись совпадает. И саженец вполне себе ничего. Дальше у нас также идут розы в желтой упаковке от агрофирмы «Поиск» по 188 рублей. Вот Хайди Клум. Веточки у нее небольшие, она только начала прорастать. Небольшие веточки – это нормально, это небольшая сама по себе розочка. Роза Аллегрия, миниатюрная, тоже тоненькие веточки. И тоже уже прилично так проросла розочка. Есть также роза Императрица Фара, чайно-гибридная. Сейчас мы посмотрим ее получше, вынем из коробочки. Она только-только начала прорастать. Вот такой вот саженец. Есть также чайно-гибридная роза Ландора и чайно-гибридная роза Абракадабра. Саженец выглядит вот так. И видно, что из этой партии розочки уже так хорошо проросли. Далее идут розы также неизвестного мне производителя. Вот роза Алматы. Я такой не знаю. Роза Желтый остров. Все розы вот в таких упаковках этого производителя по 158 рублей. Видимо, серия Аромат. Сейчас покажу вам саженец розы Желтый остров. На пакете ничего не написано, а сам саженец выглядит вот так. Есть еще розы Керио, Императрица Фарах. Секси Парфюмелла. И плетистое казино. Достанем саженец, посмотрим. На пакете ничего не написано. Саженец выглядит вот так. Ну что ж, дорогие друзья, это все розы, которые на данный момент мне удалось отыскать в этом магазине. Надеюсь, будут еще привозы и ассортимент будет расширяться. А также надеюсь, что это видео было вам полезным. В следующем видео я хочу рассказать вам, какой еще посадочный материал привезли в магазин Леруа Мерлен. На сегодня на этом все. До свидания и до скорых встреч!